Да, войдите. Добрый день. Мне звонила медсестра, попросила меня к вам зайти. Вы провели все обследования? Да, Мария. Мы сделали все анализы, и мы не можем разрешить перевозку Кристины. Это еще почему? Что случилось? Вы же сами говорили, что прогнозы более-менее хорошие. Да, но это может навредить плоду. Какому плоду? Вы о чем вообще? Кристина находится на втором месяце беременности. Мы сделали УЗИ, и это просто чудо, хочу вам сказать, что ребенок жив, здоров и развивается. Как это беременно? У вас девочка уже неделю лежит. И вы это только сейчас узнали? Как я теперь могу дочь здесь оставить, если вы даже этого не увидели? Я просто в шоке. Успокойтесь, пожалуйста. Мы не сдавали анализ крови на гормоны, поэтому и не знали. Я вам все-таки рекомендую оставить Кристину здесь. Нет. А если все-таки на вертолете ее перевести, со всей аппаратурой, как положено? Я просто разговаривала с врачом из той больницы, куда мы хотим перевести Кристину. И он сказал, что это возможно, если все оставить так, как есть, и быстро совершить перевозку. Ох, Мария, это, конечно, ваше решение. Только вам придется написать расписку. Я напишу и подпишу все, что нужно. Кристина, дочка, я так перед тобой виновата. Я повела себя как последняя скотина по отношению к тебе. Родная моя, я так и не успела попросить у тебя прощения. Как жаль, что мы осознаем свои ошибки, когда уже время не вернуть вспять. Но я знаю, что ты у меня девочка сильная, ты выкарабкаешься, родишь второго малыша и будешь счастлива. Я больше никогда тебя не оставлю. Алло? Здравствуй. Как Кристина? Как ребенок? Почему ты не звонишь? Я с Кристиной все время. Все хорошо. Извини, просто из головы вылетело совсем. Я тебе говорила же, поехали с нами. Да не могу я пока. Мне нужно знать, как тут дела. Ищет ли полиция настоящего преступника? А то они дело уже закрыть хотели. Патриция, это логично. Я тоже считаю, что этот козел Макс сделал такое с моей девочкой. Она его, наверное, бросить хотела, а он и не удержался. Тем более не забывай, что она сейчас беременна. И я на 100% уверена, что это его ребенок. Не знаю, Мария, не знаю. Сомневаюсь я. По крайней мере, что он ее ударил. Я к нему хочу сходить поговорить. Не думаю, что теперь есть смысл скрывать что-то. Не думаю, он все расскажет. Сходи, конечно. Отзвонись мне тогда, если что-то узнаешь. Разумеется. Не уходи. Здравствуй, Брэндон. Привет. Ну как ты? Ужасно. Просто ужасно. Мысль о том, что я могу потерять дочь, сводит меня с ума. Я просто сижу около нее и молюсь, чтобы она пришла в себя. А как ты узнал? Мама позвонила. Пойдем кофе выпьем. Ты посмотри на себя, ты вся бледная. Еле на ногах стоишь. Так нельзя, Мария.
Мы сейчас должны быть очень сильными, чтобы наша дочь чувствовала поддержку. Да, ты прав. Я расклеилась. Пошли. «Эй, а ты чего тут делаешь? А что с ним? Она сейчас спит?» «Но она уже долго спит». «Да, малыш, это так. Просто девочка очень расстроилась и поэтому так крепко уснула». «Расстроилась, потому что у нее не было друзей?» «Да». «Ладно, мне нужно процедуру проводить. Иди к себе в палату, малыш. Вы ее, главное, разбудите, а то она так все на свете проспит». «Ну, конечно, разбужу». «Как поживаешь, Мария? Как всегда работаешь, не покладая рук?» «Я вообще-то уже полгода не работаю». «А что так?» «Я жила у твоей матери в Виндербурге, когда Кристина пропала». «Пропала? Что, на полгода?» «Почти». «Да вы спятили, не могли в полицию обратиться?» «Да, обращались мы, но никто ее не видел и не знал, где находится». А жила она, оказывается, всего лишь на окраине города. Да еще и с женатым мужиком, ты представляешь? А что же с нашей дочерью происходило? Хоть одна из вас пробовала нормально, по-человечески с ней разговаривать? Или сплошные упреки и наезды были? У мамаши своей спроси, что она такого наговорила Кристине, что она из дома сбежала? А где ты находилась, самый главный человек в жизни Кристины? Там же, где и ты, дорогой, на работе. И что, заработала теперь на лечение дочери? Так жила бы ты и с мужем, и с ребенком своим, и всего бы тебе хватало. Я не собираюсь жить с мужиком, который мне изменял. Ой, Мария, да не неси ты бред. Тебе твои подруги наплели, а ты и веришь всему. Но ты же в итоге все равно женился. И вот опять, откуда эта информация? Ты что, на моей свадьбе гуляла? Так, все, Брэндон, давай оба остынем. Я понимаю, что накипело за такое время, и мы сейчас все это выплеснули, но все-таки у нас дочь в беде. Мы должны держаться вместе.